Маяковский. Сегодня проходит рейтинг среди водителей. Ничего не подыграли? Нет. Дыхните, пожалуйста, в мою сторону. Давайте, проезжайте дальше. В ночь с пятницы на субботу красноярские дорожные полицейские задержали сразу полсотни пьяных водителей. Во время рейда инспекторы устроили тотальную проверку в 4 районах города, тормозили каждую машину. Тех, кто не желал подчиняться требованию остановиться, ловил мотовзвод. Узнаем понятые. Видим. 0,55. Результат состояния алкогольного опьянения установлен. За одной из нарушительниц пришлось устроить погоню. После задержания пьяная девушка рассказала, что отдыхала на даче. Экспресс-тест показал, что количество алкоголя в ее крови превышает норму в 6 раз. Для нас нет категории водителей, женщины или мужчины. Для нас все водители подходят под одну категорию, так как на сегодняшний день административное законодательство предусматривает, не разделяет, то есть мужчин и женщин на какую-то категорию, и ответственность для таких водителей у нас одна. Хотелось бы обратиться к водителям о недопущении фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения, и руководство полка дорожно-патрульной службы будет только усиливать работу в этом направлении. Всего за выходные инспекторы задержали 90 нетрезвых водителей. Их ждет лишение прав до 2 лет и штраф 30 тысяч рублей. 16 человек из числа нарушителей попались на пьяной езде во второй раз. Здесь наказание уже серьезнее – 300 тысяч штрафа и до 2 лет тюрьмы. Сергей Сеславин, Денис Тимошенко, новости.